сейчас я хочу познакомить вас с новинкой компании Септа. Это кофейная машина с эспрессо. В ней очень легко и просто приготовить кофе эспрессо. Эта машинка очень удобного обращения. Она, вот даже видно, она очень маленькая, аккуратной формы. Вес ее всего 4 килограмма. Для удобства она оснащена вот такими присосками. Так раз, она прилипает. И то есть уже машина не двигается. Также компания Септа побеспокоилась для своих покупателей и создала целую коллекцию кофе. Это 4 вида разного кофе. Кофе Royal. Это лучшие сорта арабики, собранные в Бразилии, Гватемале и Колумбии. Дальше, это кофе Бариста. Это смесь лучших сортов арабики и робусты. Кофе Интенза. Это смесь робусты вьетнамской и индийской. И кофе Декафенато. Это кофе без кофеина. Теперь попрошу вашего внимания. Я сказала, что эта машина очень легка в управлении. Ну, хочу доказать вам это на деле. Открываем резервуар для воды. Заливаем туда воду. Кстати, воды сюда вмещается до литра. Ну, мне много не надо воды. Так, закрываем. Поднимаем рычаг, открываем крышку. Помещаем туда капсулу с кофе. Находятся там шипы, которые будут протыкать нашу капсулу. Закрываем, нажимаем рычаг. Дальше включаем питание. Ставим чашечку на решетку под соплом машины. Так, у нас загорается зеленый свет. Теперь мы можем спокойно включать машину и готовить кофе. Приготовление у нас уходит от 20 до 40 секунд. Кофе пошел. Кстати, кофе идет очень душистый, ароматный и с такой пенкой. Количество кофе регулируется вручную. То есть вот я хочу крепче кофе, значит мне меньше нужно воды. Если я хочу послабее немножечко кофе, то есть я вот лью сколько мне нужно. Теперь отключаю. Все, мой кофе готов. Кстати, капли у вас не будут капать на пол или на стол, а попадают в каплеприемник. Использованные легко вынимаются. Они все, вот, открываем крышечку, и они попадают в накопитель для использованных капсул. Пожалуйста. Также это все обратно легко возвращается. Все, наш кофе готов.